Итак, снова привет-привет, друзья. Сегодня 5 уже октября. Сегодня 5-я неделя уже закончилась. Вчера, получается, закончилась 5-я неделя. И сегодня мы будем опять делать фотографии. Вот, сейчас я постараюсь подтянуться хотя бы... Сколько у меня было? В прошлый раз 11 раз. И, как вы видели, я ровно неделю, даже, наверное, больше недели чуть-чуть, делал подтягивания медленные, где-то недельку. И посмотрим. Я делал подтягивание на 10 счетов. И посмотрим, что-то это дало или нет. По истечении недели этих тренировок. Неделя, конечно же, мало. В принципе, оно могло не дать и ничего. И плюс, как вы понимаете, все равно все зависит от настроения и от прочего. Сегодня может быть на раз больше. Завтра может быть на раз меньше. Даже и на 2 раза. Учитывая, что я вчера тренировался. Опять же, может быть какая-то усталость. Но будем надеяться, что все пойдет хорошо. Сейчас я первый раз за неделю попробую подтягиваться, как и мы начинали. Просто обычным средним хватом. Примерно на уровне плечей. И на максимальное количество раз. Без какой-то особой супер техники. Мы еще будем год, как вы помните, импровизировать. Будем пробовать и с весами подтягиваться, и другими хватами. Пока что мы еще хотя бы недельку будем экспериментировать с медленными подтягиваниями. И сейчас, в общем, будем смотреть, дали ли они что-то или нет. Попробуем сделать 12 раз в теории. Хотя нет, ну за 2 недели, конечно, вряд ли она даст. Но хотя бы за месяц попробуем подняться до 12. Что же будет в 2 раза больше, чем изначально. Так что вполне будет неплохо даже так. Фух, и момент истины. 11-й раз. 11-й получилось. И момент истины. 12-й раз. И 12-й получилось. Вот, собственно, и неплохо. Собственно, на 5-й неделе, получается, мы поставили рекорд. Ровно в 2 раза увеличили, получается, за 5 недель по сравнению с 1-м разом. Причем, по-моему, сейчас был полегче раз, чем прошлый. Вот эти самые первые разы, который был 6-й, а сейчас 12-й. По-моему, даже легче пошел. Ну, собственно, все, это меня вдохновило. Может быть, даже тогда и месяц попробуем подтягиваться. На 10 счетов медленно. Если это дает результаты, то почему бы и нет, в принципе. Раз за недельку. Учитывая, что еще осталось около 45 недель, даже 47, то посчитайте. Если каждую неделю наращивать по разу, то это будет слишком даже много. Что нереально. Так что 1 раз так раз программа максимум. Значит, мы теперь будем весь месяц, еще 3 недели вернее, подтягиваться медленно по 10. В принципе, мне понравился результат. Полегче пошло. Ну, собственно, и все. Сейчас можно даже еще разок на добивку подтянуться. И идем сначала стоять в горизонте. Вернее, как я уже сказал, мы также, наверное, будем хотя бы недельку делать медленное отжимание в горизонте. Вернее, подготовка на горизонт. И после этого будем сниматься, фотографироваться. E agora eu vou fazer foto. Ah, pra dar evolução. Não sei quantos dias já tô fazendo, mas depois eu vou escrever. Então eu vou fazer cada semana foto. Hoje eu vou fazer a segunda foto. Já vai ficar melhor fazer toda semana pra ver como eu tô evoluindo. Então. E também vou tirar com murada pra ver como ela vai mudando. As duas mudanças. Ну, собственно, все. Давайте начинать. Давайте сейчас
Попробуем так же само поотжиматься. Вот, я практически не передохнувший, буквально сколько сюда дойти, 20-30 секунд. Включить камеру. Ну и будем пробовать дальше. Качать мышцы. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Чуть устал. Вообще тяжело, просто невообразимо тяжело. Тут все, в принципе, зависит, смотрите, от угла. Как видите, я достаточно в конце даю широкий угол, и у меня, получается, плечо достаточно дальше находится рук. Примерно, не знаю, сколько сантиметров, на 10. Чем меньше угол, тем легче. Если вот так вот отжиматься, то это легко. Вот, если подать корпус максимально вперед, то это становится уже реально сложно. Попробуйте поджиматься с разными углами. Интересная прокачка. Мы еще, естественно, будем потом, может быть, через год. Когда я уже научусь отжиматься в горизонтах, немножко, может, у меня руки окрепнут. Не знаю, буду раз 20-25 подтягиваться. И будем тогда уже экспериментировать. Покажу вам различные варианты отжиманий. Дзенские, на одной руке, какие-то другие. В принципе, то, что я сейчас делаю, наверное, сложнее даже, чем просто классические отжимания на одной руке. Не думаю, что это сложно. Сейчас попробую. Видите, а так я, в принципе, практически ни разу не мог отжаться. Так что, в принципе, ничего сложного нет. Будем по чуть-чуть разрабатывать. Потом уже в следующем году буду показывать, что такое более интересно. Сейчас нужно хотя бы базовыми. Если у вас вообще не получается, просто отжимайтесь для начала. Чтобы было там раз 30 хотя бы базовых. И потом уже пробуйте горизонты и прочие штуки. Вот, ну давайте теперь прыгать. Я вроде немножко отдохнул. Опять же, самое интересное, что вот эти все упражнения делаю буквально за 5 минут. А учитывая, что я каждое утро занимаюсь йогой, часа минимум 2 обычно, а то и 2,5, а то и 3 бывает, когда мне скучно, когда есть время. Так что, в принципе, это не так сложно, найти время легко. И вполне неплохие результаты за 5 минут. Представьте себе, что в йоге за 2,5-3 часа каждый день достигается. Так что, конечно, нужно по приоритетам, но в целом это тоже неплохо. 5 минут в день вполне дают неплохой результат. Надо деньги вынуть. Достаточно это не очень хорошее упражнение, я вам скажу. Я бы, в принципе, постоянно так делал. Это хорошо тренирует выпрыжку, как вы понимаете. Чтобы хорошо выпрыгивать, нужно тренировать такую выпрыжку. Но достаточно неприятно это для коленей, если постоянно вдалбливаться в пол. Не очень хорошо, нужно научиться очень-очень мягко приземляться, вообще прям как кошечка. Что я стараюсь делать, но все равно у меня чуть побаливает из этого коленя. Нагрузка не меньше, чем прыжок сальто. Сальто, в принципе, обычно не намного больше. В высоте делается. И еще более мягче, потому что есть высота, можно раскрыться. Вот, а тут нужно максимально и максимально успеть ноги еще опустить вниз, чтобы не травмировать колени. У меня даже селезенка болит реально. Уже около 50 раз, раз 46-47. Что-то начинает вот тут вот побаливать. То ли от ударов, то ли от упражнений. Не очень, я же говорю, это хорошее упражнение, так что мы будем скоро менять. Научимся чуть выше прыгать, раз 50 подряд, без особых остановок. И будем дальше менять. Все, короче, около полтинника. Хватит, наверное, на сегодня пошел я фотографироваться. Посмотрите на мои результаты, получается что-то или нет.